вооружения не имеют аналогов в мире. Из новинок, которую показали главе государства, стал боевой робот «Аватар». Вот она, эта камера, с помощью которой оператор управляет сейчас этим роботом. Давайте попросим оператора остановиться. Стоп! Стой! Стой! Стоп! Стоп! Уходи! Наша уникальная разработка. Такого пока нет ни у кого в мире. За рубежом нет аналогов. В Петербурге придумали танк, аналогов которому не было. Боевая машина стреляет экскрементами. Огневой дорожке отправляет управляемую ракету прямо в цель. Внимание! Противотанковая управляемая ракета, рефлекс, внимание! Ну что ж, вот сейчас хороший ракурс, видна управляемая ракета. 119М отправляется по макету танка. И вот она видна, хорошо сейчас управляется по лучу лазера. Танк, который стреляет дровами, вот это не шутка, а более чем серьезное испытание. Наши, не имеющие аналогов в мире, комплексы аналогов, которым нет в мире, превосходят аналоги зарубежных ведущих стран мира. Ничего подобного ни у кого в мире пока нет.